Всем добрый день, кто меня смотрит. Сегодня я хотела рассказать о сорте Леона Галактика. Сорт не новый, не совсем новинка. У многих он есть, но у кого нет, хотела вам его показать. В начале распуска цветы имеют необыкновенную красоту. Даже с зеленцой такие вот бутоны. Очень красивые. Крупные. Каждый цветок, ну, сейчас не самый крупный, но сантиметра 4,5 он. А так и до 5-6 сантиметров, когда вот первые цветоносы летом были. Очень крупный цветок. По мере распуска немножко они меняют цвет. Становятся более розовыми просто. Зеленцы меньше. Ну, очень красиво смотрится в начале распуска. Прям очень красиво. Вот. Кустик у меня растет в 1,5-литровом горшочке. Кустик больше, мне кажется, растет вширь, чем ввысь. Все-таки занартиковые корни, они у него в роду дают о себе больше знать. Требуют... У меня, во всяком случае, очень много подкормки и очень много воды. То есть попить этот сорт любит. Вот чуть пропустишь с поливом, совсем пересушится. И вот краешки бывает желтит. Вот, так что вот такой сорт. Сейчас он недорогой. Позволить его могут каждый. Мне очень нравится. Но начало распуска, кисти, конечно, красивые. Сейчас осень, поэтому цветет он не так обильно, отдыхает все-таки. 3 цветоноса вот. Всем спасибо за просмотр.